Ребята, привет! Я Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. И в этом году я провожу свои мероприятия в Дахабе, бедуинская деревня, Красное море, Египет. С большим удовольствием приглашаю вас на семинары в январе, феврале и в марте. Здесь... Я вам сейчас покажу. Здесь вот на берегу, буквально, ну, это одна из площадок. Там начинаются горы разные. Здесь риф находится, лайтхаус называется. И вот там за воротом Дахабская бухта. Здесь ну, достаточно хорошие условия для проведения таких мероприятий. Вот смотрите, на восходе у нас будут занятия утренние и на закате вечерние. То есть закат у нас будет за куда вот за горы. Если вы устали от города, устали от повседневных забот, там какие-то эмоции, напряжение держат и не можете это отпустить, здесь это практики: солнце, воздух, вода, горы. Я думаю, все будет в помощь. Под видео я размещу даты заездов и программу пребывания по дням, когда мы что делаем, там какие-то мы в пустыню будем выезжать, экскурсии, где-то медитируем, где-то ходим. Приезжайте в Дахаб, вы не пожалеете, ребята. Бронь можно сделать на мой WhatsApp, телефон, я тоже напишу все внизу. Будем медитировать, заниматься йогой. Очистительные техники или шаткармы, так называемые, что позволит и тело, и психику очистить эмоциональное какое-то свое состояние от таких беспокойств и нежелательных всяких штук и наполниться энергией природы, энергией жизни. Это будет настоящая такая перезагрузка, такое путешествие вглубь себя. То есть у нас тут и внешние такие обстоятельства очень симпатичные, я могу сказать. А внутри оно еще все более и более красочно. Я даже завидую тем, кто первый раз сюда приедет. Вот эти, поймать вот эти ощущения первые. Для кого это мероприятие? Ну, у меня нет особых ограничений. Если у вас есть руки, ноги, голова, желание что-то менять в жизни, я скажу, что делать.